Говорят, Златоцвету досталось. Отлично, парень. Дай-ка я посмотрю на твою находку. Оренгот продал Златоцвет? Да что это ему в голову взбрело? Он себе не представляет, как обозлится Мавин, когда выяснит, что ее подвинули. Но он еще узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Да, Эдра, их забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мерсером. А сейчас беги к Мавин Черный Вереск. Она потребовала именно тебя. О нет, ничего такого. Ты к ней идешь по делу. Это касается только тебя и Мавин. Я предпочитаю не встревать. Об этом не беспокойся. Тела Мавин обычно приносят ее людям много золота. Конечно. Твои деньги. Ты быстро соображаешь, парень. Продолжай хорошо работать на нас и заработаешь много больше. До встречи, парень. От тебя и так уже одни неприятности.
подсказывал. Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. Где бы ни спрятались Даэдра, дозор Стендара вытащит их на свет. Те, кто поддался соблазну Даэдра, не уйдут безнаказанными.
О, привет тебе! Тоже хочешь вступить в Стражу Рассвета? Честно говоря, я немножко нервничаю. Никогда еще ничего подобного не делал. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я пойду с тобой. Ой, да, и не говори из рана, что я побоялся тебя. Дорожки с дозорными разошлись давным. Итак, кто ты? И что тебе нужно? Руки чешутся вампиров убивать, да? Это хорошо. Но ты погляди вокруг. Пока и вступать-то некуда. Я только начинаю восстанавливать порядок. Мне нужно, чтобы кто-то сражался с этими треклятыми вампирами, пока мы пытаемся привести форт в порядок. Толан рассказал мне про какую-то пещеру, которую раскопали дозорные. Похоже, она как-то связана с этими недавними нападениями вампиров. Толан, расскажи ему про эту, как там ее, крипту ночной пустоты. Да, именно так. Крипта ночной пустоты. Брат Адалваль был уверен, что там хранится какой-то давно утраченный вампирский артефакт. Мы слушали его не больше, чем из рана. Он был в зале, когда на нас напали. И этого хватит. Иди и выясни, чего там искали вампиры в этой крипте ночной пустоты. Если нам повезет, они еще будут там. Вот, возьми арбалет. Из него хорошо отстреливать этих бестий, пока они не подобрались близко. Можешь пошататься по форту и взять все необходимое. Правда, у нас пока почти ничего нет, но если все-таки что-то найдешь, бери. Встретимся в крипте ночной пустоты. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы отомстить за моих товарищей. Талан, по-моему, это не очень удачная мысль. Дозорных никогда не знаю, что ты о нас думаешь. Думаешь, что мы слабаки и трусы? Думаешь, эти смерти доказали нашу никчемность? Благодари Стендара за то, что тебе не пришлось пройти через это испытание и провалить его. Эй ты, мальчик, кончай прятаться в тени и подойди сюда. Как тебя зовут? Я... Меня зовут Агмеев. Я что? Твой мальчик, ты командир, малыш. Не забывай, да. А ты поступаешь не в армию. Да, командир. Я разве не велел тебе подойти к Блифу? Крестьянский знак, да? Я оружие. Да я обычно беру по башне, как у меня.
ворочаться, мальчик. Попробуй еще раз. Осторожно с отдачей. Время, чтобы привыкнуть. Ты скоро научишься. Делай глубокий вдох и выдыхай вместе с выстрелом. Нужно сосредоточиться, мальчик. Попробуй еще раз. Сосредоточиться, мальчик. Попробуй еще раз.
нужно сам. Нужно время, чтобы... Сосредоточиться, мальчик. Попробуй еще раз. Осторожно с отдачей. Нужно время. Эти дозорные никогда не знают, когда пора сдаваться. А мне казалось, мы преподали им хороший урок у них в зале.
прийти сюда в одиночку. Тупица, как и все они. Но сражался он хорошо. С Широном и Брезотом на раз справился. Эти двое получили по заслугам. Их заносчивость уже стала надоедать. От всех этих разговоров жажда проснулась. Может, скоро еще какой дозорный появится? Просто ложим поторопиться. Прийти сюда в одиночку. Тупица, как и все они. Но сражался он хорошо. С Широном и Брезотом на раз справился. Эти двое получили по заслугам. Их заносчивость уже...
что-нибудь есть? Что это было?
А? Ты что-нибудь слышишь? Thank you.
Я не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее, чем любые страдания, которые ты заставишь меня вынести. Я тебе верю, дозорный, и не думаю, что ты вообще знаешь, что тебе удалось найти. Так что ступай навстречу со своим возлюбленным Стендаром. Это точно было разумно, Локи? Он...